Всем привет! Сегодня в Кустанае такой вот идет снег. Вечерняя прогулка. 12 октября. Я промазал! Девушки рады снегу? Очень. Очень? Чего вы снимаете? Я видеоблогер. КГУ. А это у нас такая знаменитая карета стоит напротив французского центра. А это Март, тусовочное место молодежи. Вся молодежь тут собирается. Вот сколько тут людей. Даже фотосессии проводят и собираются, встречаются тут. А на третьем этаже еще больше будет людей, там фудкорт. Вот смотрим третий этаж, фудкорт. Все собираются, просто сидят тут. Это столы пустые. Ребят, не скользко ездить? А? На велосипеде не скользко? Ну, относительно, сейчас же еще не зима пока. Ездили зимой нормально было, а сейчас тем более. Да, шипы. Потом можно и покупать эти, ну, шипованные, можно на обычных. На каждой лавочке, где лег снег, уже есть признание в любви. Бесконечная любовь. Время 9:30, Кустанай уже спит. А это летняя молодежная беседка, где каждое лето проходило. С гитарой, с песнями, с музыкой. Тут фонтан. Бегемотик еще у нас называется в Кустанае. А сейчас никого нету. 9:30, город полностью спит. Приближается холод, а это значит, что динозавры вымрут. Вон, в снегу весь уже. А сейчас мы посмотрим набережную Кустаная. Правда, сейчас темно, уже людей не будет. Только вечером можно увидеть машины, обычно приезжают сюда влюбленные пары. В машинах сидят, тут тепло, как бы у воды то, что... Посидят, потом уезжают.
темно, плохо видно. Сейчас мы переместились на бульвар молодежи. А время 10 часов. В Кустанае зато есть такой парк. Сделали для скейтеров, бейбистеров. Рампы есть, все. Не во всех городах есть такое. Казахстана. Тренажер, ну все, уже никого, конечно, не будет. И рядом клуб Дионис. Вон Дионис. В такую погоду со снегом могут только с культурой сидеть. Парень с девушкой. Корт. Посетили мы уже центр, парк. Бульвар молодежи, набережная. А это парк Победы. Все наши места в городе Кустанае. Алмаз. Сейчас парк обойду с другой стороны. Обычно то, что съезжается, все на машинах там стоят, тусуются. Сейчас туда пройдем. Вот он, вечный огонь. И написано «Парк Победы». Но у нас вечный огонь горит тоже, только на праздник. Так выглядит парк и машины. Вот сюда обычно машины съезжаются и стоят. А сейчас время уже 11. Уже, конечно, на улице никого не найдешь. Но вот машины, они приезжают и стоят. Хотя в такое время, вроде еще не позднее, прогуляться было вообще хорошо. Свежий воздух, тепло и главное еще то, что от снега такая вот свежесть. Сейчас я буду в путешествии по городам ездить, я вообще буду полночи, наверное, ходить, чтобы какой-то экшен снять, что-то найти. Что еще хотел сказать, уже скоро я буду покидать Казахстан, буду выезжать за его пределы, на юг. Все, я уже запланировал, план есть, так сказать. На этом день у нас и закончится. Всем желаю в такую погоду побольше улыбок, отличного настроения и чтоб чаще выходили на вечерние прогулки.